В Акмолинской области двое человек, заболевших корью, находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из них – ребенок. Сейчас в больнице лечится 21 ребенок. Большинство из заболевших не вакцинированы. По словам специалистов, в прошлом году по области от вакцинации отказались около 800 человек. В этом году количество отказников составило 2500. Особенно нестабильна ситуация в городе Кокшетау и Целиноградском районе. На данный момент по области корью заразились более 400 человек. Целиноградский район, Кокшетау, постоянно, ежегодно, вот в динамике за последние 3 года, у них идет недоохват по вакцинации ККП. Это корь-краснуха-паротит, трехкомпонентная живая вакцина, которую дети прививаются против кори. По этим регионам в динамике идет снижение с каждым годом. Сейчас проводится активно дополнительная иммунизация против кори. С ноября месяца прививаются дети от 6 месяцев до 11 месяцев, и с декабря прививаются дети от 2 до 4 лет.